Виноград Доминик. Селекция бурдака Александра Васильевича. Гибридная форма новая. Кусту всего 2 года. Это сигнальное плодоношение. Вот. Форма очень ранняя. Созрела вместе с известной всем формой Каталония. Есть кислинка, но она не портит вкуса. Ягода плотная, хрустящая. Ну, в этом году грозди небольшие, но это первый урожай. Ягода уже переспела. Вот осы в этом году подбили немножко. Ну, его, в общем-то, они не сильно трогают, но здесь есть неопыленные ягоды, они их разрезают. Ну, срок плодоношения ранний. Ну, скажем, мы на севере Харьковской области, поэтому на юге это будет намного раньше. Гибридная форма селекции бурдака Александра Васильевича Доминика.